Здравствуйте, друзья! Если вы помните мои видеоролики про тротуарное вредительство возле банка Центр Инвест, когда поставили 10 вот таких вот ливневых канавок без решеток, вместо канавок с решетками, кто-то посмотрел мои видеоролики наконец-то и стали исправлять. Теперь будут пластиковые тротуарные лотки с решеткой. Я надеюсь, решетку установят ровно, и все будет хорошо, им будет тут удобно ходить. Единственное замечание, что вот эти пластиковые лотки, ну, как мне лично кажется, ну, не такие большие, как те, которые были раньше, до мая месяца. Я надеюсь, что они будут работать и чистить их будут, что они не будут засоряться. Но это уже вопрос к тем, кто убирает, ну или к банку, если они выразят желание чистить эти лотки, потому что если их чистить не будут, то будет подтапливаться здание. То есть вот эти вот все лотки, они нужны именно владельцам зданий, чтобы ваше здание не подтапливалось. Банк Центр Инвест молодцы, что исправляют.